Всем привет, друзья! Вы на канале Блог Владивосток. Сегодня 31 августа 2022 года. Мы выбрались на катере на морскую прогулку, покупаться, посмотреть красивые пейзажи. Немножко сейчас прокатимся по городу вдоль города Владивостока, а потом поедем искупаемся. 5 часов вечера, закат. Ну, скоро будет закат. Лето, последний день, надо его провести с пользой. Тем более погода позволяет, и скоро будет саммит АТС, который не разрешит нам эксплуатировать водное средство, так как будет закрыта акватория с точки зрения безопасности участников саммита АТС. Вот не саммита АТС, точнее, АВЭФа, внешнеэкономического форума. Почему-то я по старинке называю саммитом АТС. Погода супер отличная. ЖК «Парус». Плохо видно против солнца. Остановились, чтобы пропустить судно. Он там идет по каналу. Надо его подождать, пока оно пройдет, потому что вот у нас сосед встал и винты испортил себе. Тоже расходился с кем-то на канале. Подвинулся слишком вправо и снес себе винты. Поэтому ждем, пока он пройдет. И рядом яхточка, он моторная идет. Вот этот ветерок, это баллада. Туристы или кто, ну, или кто там? Туристы, да. Вон остров Оппенберга. Мы здесь на сапах ходим. Слева стоянка катеров на русском острове. Прямо по курсу ДВФУ. Там новые здания построили, корпуса, которые относятся также к ДВФУ. Там вот видно гравийная дорога, там машины ездят. Вот у нас навигатор показывает дорогу, по которой мы идем. Идем в сторону Навика. Вот там дорога, машины ездят. Еще там дорожка. Все, сейчас по Бенберга съездим и развернемся, пойдем обратно. Там на Оппенберге, видишь, так вот встречают закат люди. Справа вон катерок идет. Да, прямо смотри. И вон там на лодках, на веслах. Вот по Оппенберге люди фотографируются. Там вот получается у нас свадьбы проводят. Вон саперы, прямо по курсу, и бани, плавучие бани. Вот тут я ни разу не был, но, наверное, прикольно. Вот плавучие бани, да? Да. Глубина под нами 11 метров. Не знал, бани на воде. Все, возвращаемся с канала, через канал обратно. Сейчас будем швартоваться домой. Скорость 43 км в час. Идем на базу. Рядом с нами вон катерок нас обходит, маленький, малолитражный. На притчу нам еще два катерка идет. Там вон вешка вдалеке, нужно ее обойти. В общем, идем домой. Золотой, ой, мост на остров Русский проходим. Там дальше Скрипылёво и наша база. Друзья, смотрите, какой закат шикарный. 31 августа 2022 года.
красота, умиротворение и красивый яркий закат. Давайте посмотрим в другую сторону, там тоже тучка симпатичная. А это в другую сторону, смотрите, какая туча интересная, такая красная, с подсветкой солнечной вдалеке. Красивый сегодня закат. Ну и тут рядом мост на остров Русский через забор бетонный. А вот какая акватория здесь грязная, все в мусоре, в солярке, но все равно море — это красота. Штиль, ветра нету. И еще немножко заката. Ну разве это не прекрасно? Друзья, тут рядом на Змеинке народ катается на тачках, дрифтует. Уже вечер, вечереет. И вид какой красивый на мост, на остров Русский. Море спокойное, вообще погода спокойная. Одно удовольствие. Друзья, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте. Как говорится, вам не сложно, мне приятно. Благодарю за просмотр и увидимся в новых видео. Блог Владивосток, интересные места, достопримечательности Приморского края. Вы можете увидеть у меня на канале красивые пейзажи. И не только.